Привет! Подтянутые мышцы ягодиц не только выглядят очень красиво, но и влияют на осанку. Какая бы форма ягодиц от природы у вас ни была, вы всегда можете сделать их более округлыми. Специально для вас мы подобрали только самые рабочие и эффективные упражнения, которые выполняются без веса и очень просто. А перед началом не забудьте подписаться на наш классный канал и поставить колокольчик. Кстати, конкурс на 1000 рублей продолжается. Если ваш комментарий не наберет лайки, вы победитель. Итак, первое упражнение называется «Выпады». Выпады вообще отлично прокачивают ягодицы, особенно если делать их постоянно, часто, много и в разных вариациях. Поехали! Итак, встаем ровно, ножки на ширине плеч, ручки перед собой в замке. На выдохе делаем широкий шаг вперед и опускаемся в выпад. На вдохе поднимаемся и делаем широкий шаг назад и в бок. Это у нас получается диагональный выпад. Опускаемся в выпад и поднимаемся. Отлично. Вперед, выпад. Поднялись, назад, выпад. Отлично. И так мы делаем 20 раз и на вторую ножку потом тоже 20 раз. Поехали. Если вы сделаете выпады хотя бы 5 раз, вы уже почувствуете жжение в ягодицах. Обязательно попробуйте прямо сейчас. Итак, следующее упражнение называется «Ягодичный мостик на одной ноге». Ягодичный мостик вообще очень классное упражнение, потому что оно задействует только мышцы ваших ягодиц и ножек. Мостик на одной ноге еще более эффективен, потому что дает большую нагрузку. Итак, ложимся на спину. Одну ножку сгибаем, а другую вытягиваем. На выдохе приподнимаем ягодицы вверх. Немножко задержимся в этом положении и опускаемся вниз, но не до конца. Ваши мышцы всегда должны быть в напряжении. Делаем так по 20 подъемов на каждую ногу. Следующее упражнение называется «Махи по диагонали». Итак, встаем на четвереньки, одну ножку вытягиваем, тянем носочек, поднимаем ножку до упора вверх. Затем опускаем ножку по диагонали вниз, тянемся носочком к полу, отлично. Поднимаемся, снова максимально вверх и в другую сторону по диагонали. Отлично. Раз, два, раз. Два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Нам нужно сделать по 20 таких махов на каждую сторону. А какое упражнение ваше любимое? Напишите в комментариях. И последнее упражнение называется приседание сумо на носочках. Вы уже знаете это упражнение как приседание плие. Приседание на носочках позволяет больше прорабатывать ваши ягодицы. Итак, встаем ровно, спинка ровная, ставим ножки шире плеч и носки смотрят в разные стороны. Ручки перед собой. Поднимаем одну ножку на носочек. Отлично. Опускаемся вниз, как в обычных приседаниях сумо. Отлично, немножко зафиксировались и поднимаемся. Супер. Теперь меняем ножку,
и снова опускаемся. Отлично, я просто чувствую адское натяжение. Очень советую попробовать вам это упражнение. Поехали! Нам нужно сделать это упражнение 20 раз. Поехали! Отлично! Теперь делаем все упражнения сначала. Кстати, эту тренировку могут делать люди как с большим весом, так и стройные, вообще любой комплекции. Плюс этих упражнений в том, что нам не нужен дополнительный вес. Но если у вас достаточная физическая подготовка, вы можете добавить гантели, тогда ваши упражнения будут еще более эффективными. Удачи вам огромной и пока!